третье место с результатом 1 килограмм 890 грамм. Награждается Ананьев Александр. Спонсор компания «Хамер Фиш» сертификат дает. Компания «Акватим» перчатки. Сумка от магазина «Прозрак». И набор от компании «Скорпена». На второе место награждается с результатом 3 килограмма 835 грамм Максименков Дмитрий. Компания «Хамер Фиш» сертификат. Компания «Акватим» носки и футболка фирменная. Да. А компании «Прозрак» сумка «Акватик». Компания «Скорпена». Главная номинация нашего сегодняшнего дня. За первое место с результатом 4 килограмма 960 грамм награждается Егоров Артем. Спасибо! Компания «Скорпена» поздравляет своим традиционным набором всяких полезностей. Компания «Хамер Фиш» сертификат подарочный. Компания «Акватим». И от компании КФ, к сожалению, представителей нет, Андрей Гребенщиков вручает сумку за первое место. Так, ребята, еще есть у нас одна номинация за самый большой трофей. За самый большой трофей награждается Егоров Артем. Результат 4960 грамм сумка. И приз от компании «Прозрак» – ружье. Поздравляю людей, которые помогали нам в обустройстве лагеря. Я бы хотел отметить их благодарственными письмами на память. Благодарность объявляется Александрову Руслану. Травников Владимир. Чагин Андрей. Андрей Чагин. Так. Шорохов Алексей. Зубков Михаил. Ну, неожиданно!
Покажи, поаплодируй, поаплодируй. Сранцев Денис. Девочки наши любимые, которые помогали нам на кухне с приготовлением пищи, еще будут помогать, но впереди Травникова Мария. Сулима Юлия. Собакина Светлана. Гребенщикова Лариса. Соболева Татьяна. Аплодисменты, ребята, эти девочки. Альбовская Ангелина. И Елизарова Жанна. Главный по кухне у нас. Ершова Диана. Я специально не подписал, так как это моя девушка, я подпишу ее потом лично.